Мама, мама, я в Дубае. Никто не узнает свою яхту? Может, угнали у кого, нет? Никогда не расслабляйте булки. Деньгами, бабками пахнет. Вот что это за расцветки? Прощай, молодость, блин. Оля, ты заметила в этом аквариуме новшество? Нет. Кинг, это от Кинг-Конга икра? Нет, черная. Чуть не убила меня бабушка. С локтя как дала мне. А это что за мыши? Шоколад. На халяву не поел. Дубаец так дорого, можно на халяву поесть. Всем плевать на это откусанное гнилое яблоко. Эту девушку наказали, что ли, или что? Она не живая. Самый дебильный был фонтан, который за все годы... Ну сколько? О, очередное всем доброе утро. Вообще классная погода. И мы в Дубае. В общем-то, мама, мама, я в Дубае. На самом деле здесь вид... Не очень. Вот в Катаре был, блин, они такой порт забабахали. Люди вон уже как муравьи, мурашики идут гулять по Дубаям. И сегодня у нас заключительный день, завтра мы съезжаем с этой прекрасной гостиницы. В общем-то, идем завтракать. План следующий, идем сначала завтракать. Потом до обеда отдыхаем, загораем. И после обеда, по обедам... О, Бурдж-Халифу еле видно, кстати. И после обеда спокойненько, размеренно едем в Дубай. У нас есть план, кое-что хотим посмотреть. Очень много людей съехало и ушло. Есть свободные лежачки. Вот, а потом идем гулять, берем вас с собой. Потревожили нас наш отдых. Мы приехали на четвертый этаж, нам сейчас надо выйти в терминал, чтобы поставить какие-то печати. Вот как я тебе сказал, она приехала оттуда. На, что ты мне свое оставила? Вот смотрите, какой здесь коридор для рабочих. Просто кишит жизнь. Ладно, мы выходим сейчас в терминал, чтобы поставить какие-то печати в паспорта. Там надо лично присутствовать. В прошлый раз нам просто в конце круиза выдали паспорта, там были уже все печати, все, что надо. В общем, мы в терминале. Так, нам сейчас просто печати поставят здесь и все. Короче, нам просто поставили опять въездную печать. Мы же типа из-за границы приехали, наверное, поэтому. Все, мы идем опять загорать, да? Работа не останавливается ни на минуту. Пока мы здесь гуляем, они все работают. Заправляют топливом, моют корабль, что-то грузят. Еду, всякие штучки. Да не только еду, там много что. Ну, уже сегодня кто-то, кстати, вел с чемоданами и съезжает, и приезжает. Ладно, не будем терять, так сказать, время, пойдем работать. Ну, отдыхать, в смысле. О, четвертый час дня. Мы отдохнули, загорели, позагорали, отдохнули. Выходим с корабля, так сказать, на бал. Едем в торговый центр Дубай Молл. Наверное. Сейчас посмотрим, куда приедем, увидите. Сейчас посмотрим, сколько такси будет стоить. Ну и все прочее. Все, да, уже вот эти вот до двух дня сказали, печать ставят, все, их нет. Рабочий день закончился. Прошли опять безопасность, для чего непонятно. Ладно, неважно. Идем, хочу показать. А, вот, здесь можно деньги поменять сразу, кстати. Есть обменник. Это продажа, скорее всего, а покупка сейчас будет. Если у вас остались дирхамы, вы можете купить за 3,76, скорее всего. А вот это такс-фри. Мы здесь в прошлый раз оформляли, но тогда работали карточки, и нам деньги без проблем пришли на карту через несколько дней. А сейчас что? А, продажа 3,60, да? Все, ну, можно по 3,65 в городе. А, то есть они покупают по 3,60, а вы можете купить у них доллары свои же, выкупить за 3,76. О, вот это, смотри, в проекте какой долг должно быть. Когда это будет, неизвестно. Ну, такой вот огромный план. Ладно, ехали обратно. Это столько регистрации, люди вон еще заходят. Очень много уже вышло сегодня. Блин, мы забыли в Катаре купить тарелку. Ладно, выходим, просто садимся в такси и едем. Здесь мы тормознули, смотрите, вот есть Welcome to Mercato Shuttle Mall. Это какой-то, о, Shopping Mall. Mercato какой-то Mall. Здесь Shuttle Bus ходит free, типа написано. Сейчас Ольга узнает, что-то тут
Есть еще какой-то free shuttle bus to чего куда? Сукел. Марфа какая-то. Странная тема. Ну, почему странно? Может и так. Че? Ну, это какой-то магазин, можно бесплатно поехать и обратно вернуться. Типа вон, видишь, там сувениры и так далее. Кто переживает, вот выходишь сразу, оп, и такси, куча такси, такси, такси. Есть вот эти ситибасы, вон двухэтажные. Вот этот... Вон Мерката вон стоит, шаттлбас. Кэш пэй, окей. Так, а how much? How much? Where is tax? Дирхам. Дирхам, yes. Дирхам, 70 дирхам. 70? 65, 70. 70. 50, 70. А, окей, а where is tax? Таксиметр here, 25. Метр open, 25 дирхам, окей? 50 дирхам, окей? 50 дирхам, no. Here already 25. Already open 25. Yeah, no, no, 15. 50. Okay? 50, good. You pay the 60, okay. 60? Yeah. Okay. Ладно, все договорились за 60. Не хотят они здесь. В Абу-Даби навели порядок. А здесь... Ну ладно, ничего. Поверим тебе, наш индийский друг. В общем, поехали мы. Строгая очередь. Нифига таксометр не включает. В Абу-Даби навели порядок. Молодцы. А, вот, смотрите, какой паром с новыми тачками. Ну, это 300-е, тут еще что-то какие-то, еще какие-то тачки вам выгружают, смотрите. Ух ты, рынж новый, просто весь в чем-то. Вот они, новые красавчики. Хонда какая-то интересная, электрика, что ли. Ну ладно, все, выезжаем из порта, едем, едем, едем. Соседнее село, да? Ну, какая яхта. Класс. Несколько. Не вот это в смысле, да. Дубай. Чего-то. Это какая-то промышленная, что ли. Вот еще яхты стоят. Здесь, в общем, порт для яхт. А вот, слушай, вон тот корабль, по-моему, в прошлый раз так и стоял, да? Queen. Там что-то, да? А? А, Элизабет 2, да, он так и стоял в прошлый раз. Тоже, что... о, вот эта яхта, смотрите, там. Да. Никто не узнает свою яхту? Может, угнали у кого, нет? Если что, вот здесь она в Дубае стоит. В порту. А, вот эта машина зелененькая, кстати, продается. Смотри, какие домики прикольные. Красивые дома. Ну, без участков практически. Да. Ну, вот это, скорее всего, дворник здесь живет, вот того, кто живет там. Это Бурдж-Халифа. Оля говорит, короче, мы за хорошую цену за 60 едем, потому что Uber показал 78 ей. А там, как правило, в Uber здесь какая-то фигня непонятная. В общем, конечная цифра еще увеличивается почему-то. Не как у нас там, 100 рублей сел, за 100 доехал. Здесь так не работает почему-то. Вот еще симпатичный домик. Все строится, застраивается. О, с перегородкой какое-то здание. Но вот это строится, тоже новое. Это что за общага? Оля, видишь общагу справа? Это метро. Но мы практически проехали. Или проехали, приехали. Молодец, мужичок из Индии довез без пробок. Сейчас мы еще рассчитаемся, посмотрим, может он тоже что-нибудь прибавит еще. Какой он огромный. А мы по вот этому переходу, помнишь, ходили? Да. В ту часть она еще закрыта была. Да, закрыта была? Ну там было, помнишь, там что-то открыто, что-то закрыто. Ну мы же ходили, помнишь, тогда по переходу. Это у нас все есть на видео, это для тех, кто... Хочешь посмотреть или не помнит, зайдите, посмотрите. В общем, им стало мало Дубай-Мола, они сделали переход и через дорогу еще один мол построили.
как обычно, даю ему 60, а как, вернее, даю ему 200, он дает сдачу 135. Я говорю, а где 5? 60? Он говорит, 65 же. Ладно, все, договорились за 60. Не хочу. Нормальная цена. Поэтому никогда не расслабляйте булки, чтобы не обкекаться. О, с этого входа мы не заходили никогда. О, сразу пахнет. Ты чувствуешь, чем пахнет? Да ничем не пахнет. Говно. Деньгами, бабками пахнет. Благовониями. Просто бабки, смотри, бабки. О, мы же забыли, здесь каток. Каток есть. Я класс, помню, кафешка. Вот здесь стояла сахарная вата. На выше, на этаж. Нет, по-моему, здесь. На этаж выше стояла. А, вот здесь можно конфетки прикупить. И вот коробка хоккейная. Можно покататься, смотрите, учатся. Какие-то кроссовки, потому что вообще непонятно. Продают у нас всем продавали. Оттуда все вывезли, вот это вот. Я вообще смотрю просто и ничего не понимаю. Что это за цвета? Это кто-то. Дизайнер обосрался ночью, что ли, я не пойму. Думает, а ладно, о, ничего цвет такой, на себя посмотрел в зеркало. И ничего цвет такой, оказывается. Вот это что такое, блин? Я вообще ничего не понимаю. Вот мы и дошли до фонтана. Смотри, сколько лет и никто не убился. До сих пор. До сих пор летят. Сколько лет? Ну, фонтан симпатичный. То есть мы находимся со стороны Бурдж-Халифы сейчас. Зайдем в Пуму, сейчас вспомним тренды, скажем, с наших аутлетов. Коллекция Рикки Морти здесь. И вот это вот, что это за расцветки? Прощай, молодость, блин. Это что такое? Это, знаете, треники из Советского Союза вот такие были. Ольга нашла что-то новое. Что это? Из Тимберлейда это что-то? Сафари поедем. Я вот нашла себе костюм. Ё-моё. Давай этот, слонов смотреть. Да, там. Да. И вот кроссовки более-менее. А еще мне нужна шапка скаута. Новая, это к этому, знаешь, скорее такое? Всего, набору. И стоят они 13 тысяч. Ну так здесь тоже. Вот это вот, смотри, 600 получается. Ну и 12. Ну, грубо говоря, на 20 надо, на 21 умножать. 500. И 20, и 10, да? Есть еще вот такой, вот такая вариация вот. Штаны и курточки. Короче, они лезут со своими, знаешь, этими не в ту степь уже. Ой, а вот эти, смотри, прикольные. Да, резиновые. Ты пятки натираешь. Вот эти вот пумы, они не, им как, вот они стоят 20. Ну, они со стразами, смотри. А, 24, 25 тысяч. Со стразами. Вот как раз мух очень удобно. Ну, дороговато до мухобойки. Понятно, с покемонами. Ох ты! Покемоны нас так. Смотри, что это здесь такое, смотри? Это Пикачу, и вот здесь, смотри, переливаются. Молнии. Ну, они, кстати, прикольные. А сколько они стоят? Они стоят 12 тысяч где-то. Ну, плюс-минус, смотри. Тут надо. Шапочка. Ну, да. И вот здесь вот такой потрескал вообще, потому что он панцирем. А это огненный. Ну да, эти тоже где-то 11, но они тяжелые. Покемонскую коллекцию. Новшества какие у фонтана? Одуванчики и падающие вон те тени. То есть они падающие, поднимающиеся. О, я вижу новинки, смотрите, в аквариуме. Сейчас я вам покажу новинки. Оля, ты заметила в этом аквариуме новшество? Нет. Что поменялось? Вон та акула, она новая. Ее раньше не было. Издеваешься, да? Другая померла. Ой, вот это вот я спутал вот это. Смотрите, она огромная реально какая. Ну, это белые акулки. Плавают. Вот такой огромный. Да, это мы уже все видели, короче, этот аквариум. Ничего нового. Могли бы, что мы интересного. Да. Это кто хочет с акулами поплавать, пожалуйста. По-моему, раньше такого не было, кстати. Плавание с акулами. Вон, и вон там люди, что-то в лифте их, что ли, опускают, непонятная тема. Вот она плывет, красавица, ох ты божечки.
так реально снимаешь, когда краев аквариума не видно, как будто реально в море. Так медленно смотри, она только поела, по-моему. Как они дружно все тут, видишь, живут. По традиции мы решили в этот магазин опять зайти, хотя не хотели. Знаете, вот как суши трейн есть, а здесь есть вот такие коробочки на трейне с конфетами катаются. А здесь готовят все. О, баночка поехала. Ну и традиционно здесь, конечно, красиво. Ну, это пластик. Сейчас, по-моему, в Москве тоже в каких-то центрах такое открывают. А здесь вату делают. Смотрите, какие подарочные наборы прикольные. Так, так, так. Ну, здесь понятно. Блин, тяжелая коробка такая. За перевес платить придется. Здесь типа пастилы, еще что-то там. Интересуется нас, сколько такая коробка стоит? Так, 90 аедов. Это на 20 умножить. 1800. А вот красивая розовенькая, и она стоит тоже 90 аедов. Тоже, ну, 1800, там, 850, может, плюс-минус. Мягонькие игрушки. Ну, естественно, вот эти насыпашки все можно насыпать. Чё? Что-нибудь увидела? Большой магазин, но здесь, конечно, цены завышенные. Тут чисто... так как сувенир купить, вот это вообще у нас копейки стоит. Сколько вот такой у нас дочь стоит? 100 рублей. 100 рублей, а здесь... 50 от 60. Да, здесь сколько стоит, неизвестно. Ну и шоколад вот есть даже различный. Давайте посмотрим. Самолетик. И вот шоколадный торт, что ли, такой здоровый. Здесь тоже все в шоколаде. Шоколад, шоколад, конфетки. Что, все, уходим? Все, мы уходим. Традиция закруглилась. Ой, смотрите, какой милый дельфинчик и звездочка. Все, пошли дальше. В общем, вот, это напротив аквариума. Мы идем, там у Илонки есть какая-то своя цель. Мы идем туда. Мы на третьем этаже, тут что-то происходит. Что там происходит? Что? В общем-то, просто происходит шоу. Прикольный такой вот этот магазинчик мультибрендовый. Здесь и кроссовок очень много. И, кстати, модели такие поинтереснее, чем в фирменных магазинах Nike, Adidas там, или Puma. Здесь все вместе, даже плюс Armani есть. Armani, Timberlake, вот они как-то собрали. И такие прикольные костюмы, футболки. Очень интересные. И цены подешевле, самое интересное, чем в фирменных магазинах. И это, кстати, не потому, что это подделки, а потому, что такое бывает реально. Уже, конечно, стемнело. А, кстати, мы сейчас выйдем же. Мы башню давно не видели, уже несколько лет. В прошлый раз, 3 года назад, мы даже не приезжали на фонтаны. Сейчас мы выйдем, посмотрим. А мы сейчас находимся на нулевом этаже. Здесь вот есть такие подарочные всякие продают. А, это кинг, это что, икра, что ли? Да, конечно. Кинг, это кинг-конга икра? Нет, черная. Черная, да? Да. В общем, икра тут, вина ведь... Ой, извините. Чуть не убила меня бабушка. С локтя как дала мне. В общем, здесь... магазины всякие, конфетки, рестораны. Что мы еще проходим? Вот ресторанчик мы прошли. А еще у нас здесь кафешка с магазином. Смотри, какая симпатичная. Подарочки, пожалуйста, можно приобрести. Ой, какие пирожные красивые там. Для девчонки. Вот как знакомиться с девчонками, у которых перемотан
перемотанное лицо, блин. Никак, раз такое вроде, о, глаза красивые, она такая снимает, как в мультике вот это есть, красавица. Ты здесь так не познакомишься. Да, у нее не то, что зубы кривые, нос какой-нибудь, картошку там или еще что-нибудь. Ну, не знаю, это их проблема, короче, нас это не касается. Вот интерьерный магазин. Техас и Бразил. Вот какой бразильский ресторан. Мы движемся вот в сторону фонтанов. О, а это что такое? А это что за мыши? А, это соты, блин. На ветке соты. Че, на, спасибо. Нет, спасибо, спасибо, я не хочу. Так. О, видите, их девчонок уже заманивают всякими сладостями. Я не хочу. Шоколад. На халяву не поел. В Дубае все так дорого, можно на халяву поесть. Там конфетку, здесь орешку. В Дубае нищеброды не отдыхают. Понятно тебе? Ну так-то. Вот смотри, сколько шоколада, ё-моё. Как красиво все выглядит. Нам просто это не нужно, и мы поэтому не хотим даже, если честно, углубляться туда и терять время. Общая обстановка. Блин, здесь как на вокзале. Я помню годы, когда вообще никого. Приходишь, никого нет. Только идет мужичок в белом одеянии, и за ним 10 женщин в паранже. Вот это я помню. А сейчас что происходит, непонятно вообще. Как будто мы билет до Саратова купили на вокзале. Смотрите, какая очередь. Отгадайте, это в Apple или на эскалатор? Куда очередь? Вот это вот. На эскалатор. Всем плевать на это откусанное гнилое яблоко. Потому что оно у всех уже есть. Да. Да. Сколько там народу? Ёлки-палки, по-моему, я ошибся. Посмотрите, а здесь все разводящий стоит, разводит потоки. Ё-моё. Слушай, а нам же надо в интернет выйти, сообщение кому-нибудь отправить. Вот они тут все такие халявщики. Думаешь? Да, отправляют домой сообщение просто. Ё-моё, я даже вот сейчас не знаю, как вести себя. А как они отправляют сообщение, если там симки нет? А так, потому что это шутка. Давайте посмотрим цены на iPhone 14. 3,399. Делим на 3,65. Так, 14 плюс 3,799. То же самое делим. Этот сколько стоит? 4,299. А этот 4,699. Ну, как бы в официальном магазине намного дороже, чем купить на рынке в старом городе. Если там у них разные производители для разных стран. Ой, а мы прозевали фонтан. Оля, мы прозевали фонтан. Мы прозевали фонтан. Фонтан. А, мы не прозевали, мы можем отсюда выйти. Смотрите, да, магазин мишек. Да, давайте, раз мы уже проехали с этими фонтанами, и надо заходить. О, какие. Нельзя фотографировать, а снимать-то можно. Смотрите, какие прикольные. Медвежата. Нельзя? А это еще что такое? Нельзя, говорит, снимать, он опоздал. Реакция заторможенная. Так, это что? Что это? Это девушку наказали, что ли, или что? Она не живая. Она просто робот. Прикол, что она делает? Просто бездельник вот сидит, да, вот так и бездельничает. Это, оказывается, просто, я думал, что это инновационный какой-то магазин, это просто магазин, блин, очков. Причем не дешевых. Конечно, такую бандуру, блин, сделают, а потом хотят все отбить одними очками. Вообще не понимаю. Вот это вот пластиковые очки по 1000 аедов, по 300 долларов, вообще непонятных брендов. Хоть бы бренд какой-то реально был. Уходим. Ну, слушай, по-моему, не дешевый, и видно, что он не дешевый. Ну, конечно, я тебе говорю, вот эта бандура стоит, ее хотят отбить одними очками просто. Это магазин, походу, очень дорогих кроссовок коллекционных. Ну, такие вот. Короче, берешь кроссовки в придачу вот такой этот страшный человечек. А, Louis Vuitton, коллаборация, это Nike Louis Vuitton. Тебе неизвестно, чем сейчас меня опять выгонят с моей камеры и скажут,
нельзя ничего не снимать. Пока они опаздывают, я снимаю. О, прикольные. Ну, это типа в Москве есть такие дорогие магазины. Смотрите, какие золотые. Тоже Louis Vuitton, что ли? Да, Louis Vuitton, Louis Vuitton, все. Это Easy Boost. Надеюсь, что не китайские. А вот это что за, блин? Что это такое? Вот я отстал от жизни, капец. Да, я чуть раньше, я думал, вот такой значок. Вот я вообще отстал, да? Это Джордан, короче. Это тоже Джордан. Типа, а вот это Гуччи коллаборация? Вот сколько они стоят? Сейчас я для блогеров 8 на самое... Где-то 160-165 тысяч рублей. Так, не говорите спасибо мне, блогеры. Приезжайте здесь, покупайте. Разницу мне в карман. Так, ну вот эти 40 стоят. Вообще лажа какая-то. А вот эти вот тапочки вам, видишь? Ну да, вот это я вообще не понимаю. Я, кстати, ни у одного еще не видел такое вот. Они, наверное, дома ходят, да, по паркету? 80 тысяч стоят такие тапочки. Конечно, прикольные. Не знаю, как насчет ходить в них. Ой, вот это вообще смотрится. А, вот такую сумку мы не видели. Она выбитая? Да. А, как будто 3D просто. Не, выбитая. Прикольная сумка, кстати. Выглядит, да, как 3D. Да. Прикольно. Сколько стоит, не знаю. Так, ладно. В общем, здесь и чехлы вот разные дорогие. И вот эти кроссовки, которые у нас, блин, стоят. Я не знаю. А давайте посмотрим, сколько стоят Easy Boost'ы. Такие, посмотрите. Вот изики. Да, это я уже посмотрел, да, как-то фигня. Так, 80. Ну, где-то 90 тысяч стоят Easy Boost'ы. Но это тоже, видимо, какие-то коллекционные. Здесь 60 тысяч вот эти стоят, а эти стоят тоже 65 где-то, вот так. В общем, на 20 надо умножать там цену. Здесь, видите, правильно написано. Вот здесь дорогие, наверное, потому что какой-то Васек, который их делал, набухался и сделал неправильно, и они стоят дороже. Но эти тоже под 80. Короче, ну вот приблизительно до 100 тысяч оригинальные изики. Так, никто меня не выгнал, ничего, но они видят, что я серьезный парень, со мной лучше не связываться. Идем. Ох ты, ё-моё, прям куда ни посмотришь, везде страшно. Ты посмотри, что это? Это что? Все фирменное. Слушай, я думал, это Живанши, я думал, это вот в Золотом квадрате только фирменные магазины. Оказывается, нет, они не поместились туда, мало заплатили. Ну да. И вот этот круг, вот я, честно, забыл про него. Louis Vuitton здесь. Здесь, в общем, все брендовые. Dior, Fendi, Boss, Balenciaga. Все магазины нормальные. Versace, Chanel здесь, в этом кружочке. Как в Телеграме, да, в кружочке. В этом круге, в общем, все хорошие магазины. Вот, а там, что в Золотом вот этом квадрате мы лазили. Ну, такое, как бы, витрина. Я думаю, где? Кстати, о кружочках. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Илона. Не надо рекламироваться на нашем YouTube-канале бесплатно. До свидания. Идем в Louis Vuitton. Короче, там очередь. Здесь очередь в Шанель. Пойдем мы в Ашан. Потому что везде в Dior очереди нет, в Fendi очереди нет. Ну, кстати, эти магазины, оказывается, в два этажа. Короче, я вас обманул. В общем, так. В прошлый раз мы приезжали 3 года назад. Снимали фонтан? Снимали. А почему? Потому что мы жили вот здесь, вот. Ночь перед этим круизом. И, соответственно, вышли сюда и вечером кушали и снимали фонтан. А фонтан вот здесь, и вот вам, та-дам, Бурдж-Халифа. Вот она, красавица. Живо-здорово. Стоит. Всех радует. Еще раз. Бурдж-Халифа. Так, вот напротив. Это, по-моему, гостиница, да, Оля? Там тоже торговые ряды и гостиница. Что-то складывается впечатление, что вот эти вот здания все новые, да? Они даже не светятся, смотри. Вот эти темные, они, походу, все новые, эти здания. Так, ожидание фонтанов. Вот здесь вот есть раз, два, три на 4-м этаже.
Ресторан «Лето» Новикова. Там все в ресторанах. Здесь на первом этаже все вот на улице, полностью фудкорт. Так, где ждем фонтаны? Такое ощущение, что анимация не меняется с годами. Все, газа нет, света нет. Все прошло сколько минут? Час лошар. Да, да. Это самый дебильный был фонтан, который за все годы. Ну сколько? Сколько? 2-3 минуты было, что ли? Ну-ка, время покажи, сколько. 20.02. Две минуты. Две минуты, ну и вообще он так сложило. Ну, эмираты ждали. Уже не те. Все. Не те. Все, давай. Поехали отсюда. Домой. Все. Магазин Лего, не устояли, уже хотели уходить. Как вам вот такое вот Лего-строение? Ёлки-палки, такая высокая реально. Какую дому построить, она будет в потолок упираться, наверное. А вот эти, смотри, сколько всяких. О, мы таких даже и не видели, во сне даже не снилось. Тачки. Всякие тачки, вон девушка какая. Ёлки-палки. Ну, прикольно. У нас этих Frozen замков тоже разных всяких. Навалом. Хотим пройти здесь. Невозможно это сделать. Сейчас я это сделаю. Кто молодец, я молодец. Да, большие. Такие, железный человек. А это кто? Это пантера? А это битва... Сейчас я скажу. Это «Мстители. Война бесконечности». Ага. Вот. Отлично. Это Рим просто, Колизей, да? Да, это «Титаник», пожалуйста, там НАСА. Ну и тогда там уже мелочь всякая. Пузатая, уходим. Посмотрели, как Ольга говорит, что к чему, и заблудились. Ищем выход, чтобы сесть в такси. Поехать уже к себе. О, Вашерон Константин, я, кстати, видел витрину, когда мы приехали на такси. Значит, мы... У цели. Много разных брендов. И здесь народу меньше, потому что здесь ювелирка и часы. Все, мы нашлись, по-моему. Булгариш, Апартон, Ролекс, Патек Филипп. В общем, на этом кружочке мы выходим. Ой, сейчас, наверное, в такси будет очередь еще, капец. Вообще не помню, чтобы здесь была какая-то двойная дверь. Почему? Потому что, что у нас? А, да, тут народ много, потому что китайская делегация. И всякие разные другие делегации. Так, что мы? Вышли такие, оп, и на улицу. Класс, где такси? Я тоже где-то видел такси. Столько машин, блин, там паркинга столько, они, посмотрите, 300-й крузак на таком, на таких вообще кастрюлях, жигулевских. Так, куда нам, куда? Вот тут на той стороне еще один, как я говорил, торговый центр, и вот переход. А где такси-то вызывать, ё-моё? Нету. А не там ли, где он нас оставлял? Может и там. Так, запоминайте, короче, мы опять заходим, потому что такси не здесь, а на LG этаже, да. На самом деле целый квест, запоминайте, потому что реально вот так... А, чуть поджопник мне не дала эта штука. Блин, на LG там обратно идти, что ли? Я не понял. Бред какой-то. Такая променадная, типа, местная. И здесь есть тоже, вот как во Франции, галерея Лафайет. Сюда, да? Все, идем по Арабской улице. Верблюды, фонтаны. Очень много золота и бриллиантов. Естественно. Что нам ты хочешь? Сюда и один этаж вниз. Хорошо. Надеюсь, это как бы поможет нам сейчас.
Ну, в общем, да, это золотая улица, да, наверное, да, Оль, смотри, да. Здесь. Украшения. Драгоценные, я бы сказала. Драгоценности. Драгоценности. Да, здесь конкретно вон ковры дорогие. Все такое. Накидки. А как это? Хиджаб, да, называется? Хиджаб. Здесь, короче, не просто так найти такси. Вот с такси стейшн налево. Этаж LG. Ё-моё. А это что? Очередь. Такси? Да ну нафиг. Да. На такси? Да. Класс. Класс, точно. Такси, это, короче, как на Диснейленд, да? Засекаем, да, время? 20 часов 44. Вот такая очередь. Я, короче, в ахрене, чтобы сесть на такси. Такой квест надо брать, просто обалдеть. Так сказать, добро пожаловать в Дубай. Там вот эта очередь, она еще удлинилась, кстати, мы вовремя встали. Вот здесь загогулина. Из-за загогулины еще несколько загогулин. Ой, дай бог нам терпения. Ну, полчаса в очереди, в принципе. А, очередь, вот видно, где хвост вырос. Посадка 5 аедов. Здесь, кстати, и мы, наконец, доедем. А, еще один зигзаг сделали. Сейчас посмотрим, кстати, за сколько мы доедем обратно. Потому что сюда у нас эти мошенники возят из терминала без этого, без таксометра. 65 аедов. Сейчас посмотрим, за сколько доедем, интересно. Но есть нюанс еще, кстати. Из терминала садишься, там посадка в Абу-Даби была 20, а здесь 25 была, вроде бы, нам показал. Все, мы приехали. Вот наш кораблик светится. В общем, это терминал 3. Все, вот мы второй раз приплываем, и всегда терминал 3. На счетчике 38.50. Сейчас он, конечно, выключит, будет другой, вот уже 39. И будет сейчас побольше, когда мы выйдем. Это 39.50 вышло. Но, по сути, вышло то же самое, что мы и туда заплатили. Почему? Здесь посадка была 5. А там была посадка из порта 25. Соответственно, к 45, ой, 40, 39, 50, ну 40 округляем, плюс 20 будет 60. Ну, пятачок мы переплатили, ничего страшного. Все, мы в терминале. Сейчас идем в нашу лодку и ужинать. Вечерний мы не видели со стороны вечером наш лайнер. Вот такой вот он. Симпатичный. Топливо возят каждый, я не знаю, целый день возят эти цистерны. Сколько он проглот просто какой-то. Вот, смотрите, людишки еще купаются. А время сколько, Оль? Купаться можно? 10 почти время это уже. А до скольки? Слушай, что здесь так допоздна, да? О, вечерний. Что-то мы уже забыли даже как-то, как это дело все выглядит вечером. Слушай, так тепло, да? А, здесь уже все, натянули сетку, здесь нельзя купаться. Вон люди сидят. На улице тепло. Класс. Последний вечер у нас здесь. Завтра мы улетаем. Ну, я уже говорил, по-моему. Так, сейчас будет живая музыка здесь. А мы что делаем? А мы, кстати, идем ужинать. У нас рестик. Доброе пухшее утро. Все, улетаем. Съехали. О, девка голая, смотри, стоит на этом. Ага. Ее видно. Что ее не видно. Раз, да, смотри, в трусах упал. И в лифчике. Ну ладно, молодец, хоть одетая. И то неплохо. Быстро делаем выводы, значит, по круизу. Что у нас по пятибалльной системе? Корабль 5 с плюсом, да? Да. Да. Питание на троечку, да? Да. На 3 с плюсом. Да, но мы тоже все с тобой обсудили. Да, самое интересное, что некоторые есть моменты, дни, когда нормальное питание, а есть дни, когда есть вообще нечего. Так, и сервис, ну, я бы на тройку оценил. Я бы тоже на тройку оценил. Тоже на тройку, да? На 3. Фигня полная. В общем, корабль прикольный, но в любом случае...
прикольное путешествие, все. Сервис, просто мы закрываем глаза и, ну, оценку поставили. Наверное, просто если у кого не с чем сравнить, я думаю, да, так надо оценить. Просто мы до этого были на Royal Caribbean, да. Если не с чем сравнить, первый раз плывете, я думаю, вам все понравится. Все, сейчас нам еще аэропорт. Скажем, сколько такси отсюда до аэропорта, и улетаем. Мы сели в такси. Счетчик, оказывается, не 25 посадка, а 20, как в Абу-Даби. Короче, нас вчера этот дурил, но это вот такая вот фигня. Блин, Range Rover новый стоит, я удивляюсь. В пыли весь. 25 миллионов. Едем. Соседнее село. Вообще, терминал 2 у нас, да? Аэропорт. До аэропорта мы доехали ровно за 60 тугриков. То есть, ну, это где-то 1200 от терминала. И здесь такая тема прикольная. Здесь делится весь аэропорт на две ареи. Арея 1 и арея 2. Несмотря на то, что стоек очень много, тут Fly Dubai весь вот арея 1. Запоминайте, терминал 2. То есть, Fly Dubai — это терминал 2. Все остальные рейсы летают там терминал 1, терминал 3. Ну, конечно, лучше уточнять. Так, дальше. Еще информация по круизу, что мы забыли. Обязательно скачивайте заранее вот такая иконка. Приложение MSC. For me. For тебе. Uh-huh. Вот. Здесь и в этом приложении, работает. В общем, есть вся информация на каждый день. Скидки, в каком магазине, в каком массажном зале, где какие эти активности, всякие разные шоу, где какие все по времени, и там же вы записываетесь на все шоу, потому что без записи могут не пустить, если зал полный. Там же вы видите все свои расходы по деньгам. Никакого депозита не нужно. Вы на карточку кладете на круизную столько денег, сколько вам надо. Все, по круизу вроде бы все, наконец.